Є тротуар вдома. Терену довго. Терену доня вастре? Да. Ну, паті, фіеста. Терену муніципалітеці, терену лачест. Він курка. Ні, я умер джамши до невастре, а ічі в... Ічі в амені мер. Ну, як арки мем поліці. Юн ді мінастре та раутаті. Чи чи раутаті? Чи ясно? Парі рео, ні чи раутаті. Я каде не улогу лис ма паркез, я вела лук. Я та ду по сем, а если ведем, так и врец, мержим ше ведем. А врец кучево пакер. Я та уйтацева, ну и мержим пи тротуар, ше машина мержит сприной. Ну, в апарикам странню. Но мерчим петротуар, что машине ли мерк пестиной, что до него остро вода центра парки, где парки от сви педрум. Чи се факел? Пятый лог не парка. Хай сварет, кер. Хай сварет лог. Уйтац лог. Лынга дача че албы, есть и доу лог. Ши ду покладири, ин как вот доу зежди лог. Перманент, кан мерк пеича машине, ин колом клаш, ин колом клаш. Ну, так и вам лог умел. Ну и лог до него остро. Я умел лог. Эй, парь рел. Че функция оккупация ича? Директор сидец, так и лог в остру. Это вот эти конусы, смотрите. Кто их сюда поставил? Зачем? Не знаю, какую должность он занимает. Авокатор Георгий Аворник. Есть президентель Сената университета Константин Стере. Судя по шляпе, наверное, директор какой-то. Иду я встречать Дани. Привет, Дани. Володька, давай начнем. Снимай оттуда, и я начну. Так, можно? Приветствую вас, друзья. Рейд на новой для нас локации. Находимся на Штефан Челмаре. И здесь нас давят. Сейчас начнем, секундочку, уедут. Вчера проезжал здесь, проезжал в этой зоне и обратил внимание, очень много машин ездят и паркуются на этом тротуаре. Висит знак о том, что здесь якобы парковка. Но мы все знаем, что действие знака, зона действия знака сразу же за знаком. Перед знаком здесь нет парковки, нет разметки, здесь нельзя парковать. Люди, которые заезжают сюда, думают о том, что... Это зона действия данного знака. Это не так. Вот сегодня мы приехали сюда для того, чтобы проинформировать граждан о том, что здесь нет парковки, и чтобы они не катались здесь по тротуару. Дупа 7, а еще ну и паркари. Дупа 7. Ну есть и паркари. Да, кимам полиция. Кемам полиция, ну манума калкац ворок, Петро Туар. Да, едет. Ну, парирал, вы так с вами не мер. Видеть с вами не мер. Кум бини, кум паркари сажунка машина. Да ну и паркари, дом, ну, сиштицка, зона, паркари, зона. Есть и сэм, я фильмат сэм начал. Да, фильмат, здесь чего? Что у меня стравец пермизди кондучили. Да. Штиц, кум, какая зона действительно для знака? За знаком, непосредственно. Бини, кум сажунка ела колу. Да ну и паркари ищ. Требу сажунгам партии чея. Дупа 7. Дупа 7 е паркари. Хари парти. Дупа 7 е паркари. Да, да. Адика 7 но иста елы пентру акво. Да, да. Эйчу мер... Не трогайте, женщина. Не трогайте меня, я боюсь вас. 5 метри сласа пентру пиетон. Вот здесь регламент. Вацац регламент. Метру жумать. Да, да, Бини. Ши эйчи и лоб пентру. Да, 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 да. Ши пентру каричуары, ши пентру тон. Дай микрофон. Один микрофон. В планах на этом рейде вызвать полицию для того, чтобы они дали свою оценку проблеме на данном тротуаре. Вы должны знать, что зона действия знака за знаком. Хорошо, а вот это вот сделано для чего? Что? Для сотрудников вот этого... А что сделано? Тротуар? Не, ну а почему она... С чего вы взяли, что это парковка? По каким критериям? Вот парковочный знак. Я вам объясняю. Да. Зона действия знака за знак. Вам нужно проехать в ту сторону. А здесь тротуар. Если бы еще парковки строили, а не только бы фильмы снимали, цены вам не было. А, мы что в парковке? Блин, это сколько денег нужно? Нет, знаки ставят, а парковок-то не делают. Осторожно сзади. Да. Не отходите, пока я не скажу. О антрибаре. Мундайбой не все ест. Ну, а о антрибаре, так им распундит. Думя стрейч лукрац. Думя стрейч... Овец ищи паркари? А дико документы. Паркари официалы, кер. Куплата. Схема, овец? Да, шнеловато. Тот организация офтеж, тот активист. Да. Танзалеч, ну сагандеш, ты кого ему требуется мунчаск. Да, йо вам аратат локур. На овец еще документы легали, кари ар аратак и е паркари. Аставрал со штил. Йо вам контракт де аренда, а терену и пентру фолосын. Ну, я врал со штил. На овец паркари еще. Йо кассы штил, со стало еще со всупле. Йо креткам паркари. Йо креткам паркари. Документы. Спитануам. Йо креткам. Документы ли овец? Не ротац документы, да, ротац, но и плека. Ну,
Dumneavoastră ziceți că aveți parcare. Păi, tată, tu vrei să te svadești cu mine? Nu, nu, eu vreau să știu dacă aveți documente. Scandal și cauți șou și tu vrei să... Dumneavoastră, dacă îmi ziceți... Eu nu vreau nimic, eu vreau să mă duc. Dacă îmi ziceți că n-aveți documente pentru parcare... Eu îți spun că am, tu spui că n-ai. Arătați, nu, nu, eu nu... Eu sunt pieton pe тротуар, chemați poliția. Друзья, вот начальник этот говорит, что у него есть парковка. Мне очень хочется увидеть эти документы. Vreau să văd documentele care arată că e parcare aici. Ai voie să mă oprești cu mine aici? Eu nu vă opresc, eu stau pe тротуар ca pieton, înțelegi? Ai voie să mă duc. Нет, он говорит, что у него есть документы. Я бы хотел увидеть эти документы. Потому что так каждый может кататься и рассказывать сказки. Este cunoscut faptul că Gheorghe Avornic a fost avocatul fostului lider PD Vladimir Plahotniuc. Și am fost și avocatul lui Vlad Plahotniuc, da. Alexandru, cum să te rog eu omenești? Să dai... Da, eu vreau omenești, eu nu vreau să... Давай пока руляка тебя водить. Eu выключаю камеру, что Да. Да. Eu am stins camera. O întrebare fără cameră. Spune-mi ce vrei. Eu vreau să știu dacă este parcare aici. Am spus că este. Îmi arătați schema parcării? Dar cine ești tu să-ți arăt? Pieton, iată pieton. Cine sunt eu? Chiar sunt pieton. Uitați, eu încerc să... Ia pătaie să năiți. Nu e voie să mă duc să scăp de tine și cu de mine. No, dumneavoastră, eu vreau să văd documente. Dacă aveți, fără probleme. Ну, не давите людей, не давите людей. Вы скажите, есть у вас парковка или нет? Нет у меня парковки. Все, закрыли тему. Нету, так и говорите. Пропустите, да, нету. Еще раз, друзья, мы только что пообщались с начальником этого здания. До этого он говорил, что у него есть парковка. Сейчас мы попросили предоставить документы. Он сказал, что не предоставит, кто мы такие. И нам пришлось применить метод интересный. Мы ставили, мы стали как пешеходы на тротуаре и не выпустили его, пока он не согласился идти на контакт. В конце концов он сказал нам о том, что нету здесь парковки. И уехал. Перепарковал машину. Классно. Только камера ли есть, а треба стать чебан. А голову синтребаться. Унисон паркерли платы у этажа. Вообще еще фашист, ой, камрад, он приезжал, скупит машину, или когда у вами не унис парка, мы скут в эфире рушине. Будем на чебан, на приморе, стат, на модинстве талумя. Стрегат, унис промиси, унис электорали. Unii sunt parcările cu plată, cu etajul care el le-a promis. Noi nu avem unde parca mașinile. Mulțumesc pentru comentariu. Voi sunteți foarte obraznici. Noi suntem foarte obraznici. Ok, мнение женщин... Да. Мнение женщины, что мы очень... Как перевести образник? Непослушные. Типа непослушные, да. Но не знаю, нет. Мы стараемся быть максимально корректными. Вот, друзья, как это выглядит. Машины ездят здесь постоянно. Так, друзья, потихонечку машины разъезжаются. Все, кто уезжает, мы отпускаем. Никого не впускаем, по традиции. Для того, чтобы это видео было максимально информативным, сейчас я позвоню в полицию, приглашу экипаж, для того, чтобы они дали свой комментарий по проблеме на данной локации. Буназио, Манумецк, Александру Чолак. У нас рейд Стопхам возле университета Константин Стере. Штефан Челмариш. 200. Да. Спасибо большое. Всего доброго. Вызов принят, ждем полицию. А пока ждем, информируем людей о том, что не стоит здесь парковать. Вот видите, как портят край бордюра? Конкретно вот так и портят край бордюра. Вон там испорчен. Давай поснимаю. Как вы думаете, друзья, вот это чья вина? Не паркуйтесь здесь. Зона действия данного знака непосредственно за знаком. А здесь тротуар. Да. Вы сейчас вот видели вот тот бордюрчик, какой поломанный? Осторожнее, пожалуйста, потому что вы ломаете здесь все. Филмецком стрекат с тротуару. Привет. Да, класс. Сегодня к нам на рейд подошел наш патреон, который хочет пригласить вас на его канал. Подойди, пожалуйста. Говори, как тебя зовут? Да, всем привет, меня зовут Максим. Рад на самом деле сегодня оказаться с ребятами на этой локации. И пользуясь случаем, хотел бы рассказать про свой канал, где мы снимаем обзоры различных автомобилей, различной техники. На самом деле контент интересный, годный, очень многим нравится. Немножечко добавляем туда юмора, чтобы было интереснее смотреть. Я думаю, ссылочку... Да, я ссылочку вставлю в описание. Проходите по ссылке и наслаждайтесь контентом. Еще... До новых встреч. Подожди, до новых встреч. Мы еще продолжим. Хочу рассказать о том, что у нас новые микрофоны. Это благодаря вашей поддержке. Спасибо большое. Удачи тебе с развитием канала. Спасибо за ваше. Пока. Друзья, приехала полиция. Буназио, но я вам соли считаю.
Александру Чолак Маномеску. Маномеску Александр Гермяков, офицер полиции. Парибине. Смотрите, здесь постоянно проблема. Мы сегодня пришли проинформировать людей по поводу этого знака. Ага. Этот знак действителен на ту зону. На ту зону. Да. Поэтому мы пригласили вас, во-первых, чтобы вы дали свою оценку, и, во-вторых, по возможности как-то зафиксируете вот эти машины. Мне хотелось бы, чтобы вы как-то связались с этой фирмой и спросили у них, есть ли у них парковка, потому что мне для видео надо, и вам для того, чтобы вы могли дальше работать. Спасибо. Ой, если они узнают точную информацию, будет очень круто. Так, пошел проверить, если они имеют право здесь. Ага. Добрый день, а почему вы там не припарковались? Здесь тротуар, здесь нельзя парковать. Есть парковка в университете. Нет. Вот там есть знак. Да, но действие знака действует за знак. И есть резерватор. Да, я понял, но действие знака за знак идет. Охренеть, штраф, я прикинь. Можете дать комментарий? Да, нам сказали, что это территория Приморья, значит, что здесь не прошел. А вы взяли документы у женщины? Да, она водитель одного из автомобилей. Вы зачем взяли документы? Протокол составил. А, то есть будете штрафовать? Ну, конечно, нет. Так, друзья, подтвердились наши догадки о том, что здесь нет парковки. Поднялся сотрудник, ваш коллега, я не знаю, как зовут, поднялся в офис, и там ему не смогли предоставить информацию о том, что это официальная парковка. Какие вы будете предпринимать сегодня действия по отношению к этим машинам? Установим личности водителей. Составлены протоколы по статье 238 часть 2, пункт 44 правил дорожного движения, который предусматривает штраф от 18 условных единиц и 4 штрафных пункта. Спасибо вам за информацию. Интересная ситуация. Женщина, которая говорила, что у нее есть парковка, поднялась с полицейским наверх, не смогла предоставить документы, пришла, и ей выписывают штраф. Это показательный случай. Поснимай туда, как ей выдают документы. Да, сразу меняется отношение ко всей этой ситуации со стороны сотрудников, когда полиция приехала и выяснилось, что здесь нет парковки. И лайк мне за то, что я, не имея документов на руках, вычислил. Осторожно, чтобы тебя не сбили. Вычислил, что здесь нет парковки. Все, друзья, полиция уехала, оштрафовали. Дани, а? Поснимай сбоку. Володька, давай финал записывать. Раз, раз, два. Слышно меня? Все, друзья, полиция уехала, оштрафовала водителей, которые были здесь на месте. Водителей, которые не нашли, вот одна машина осталась. Полиция зафиксировала номер и вышлет штраф этому водителю по почте. И от нас небольшой намек на то, что здесь парковать нельзя. На этом, друзья, мы завершаем рейд. Еще раз, этот рейд был организован исключительно с целью информирования граждан о том, что здесь нет парковки. До рейда мы не знали официальной информации по данной локации. На сегодня мы знаем точно, что это муниципальная собственность. Это тротуар и это муниципальная собственность, и здесь нет парковки. Поэтому, уважаемые подписчики, все те, кто передвигается по этой зоне, если вам мешает, говорите об этом водителям, говорите, информируйте о том, что зона действия данного знака находится за знаком, никак не здесь. Все, друзья, финал. В финале по традиции хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку. Друзья, помните о том, что ваша поддержка помогает конкретным людям, а также способствует развитию гражданского общества. И поименно хочу представить партнеров, которые подключились к нам после публикации последнего видео. Борис Руснак, Николай Васильев, Кристина Котева, Виктор Сливенко, Александр Рягузов, Влад Долгорук, Марина Попова, Саша Малай. И на ютубе спонсор Слава СВ. Спасибо, друзья, большое, что подключились. Помните еще раз о том, что благодаря вашей поддержке мы можем менять мир к лучшему. Те, кто не понимает, о какой поддержке идет речь, приглашаю пройти по ссылке из описания на сайт Patreon. Patreon – это платформа, заточенная как раз под поддержку любимых проектов. Еще раз, проходите по ссылке, смотрите там приветственное видео и решайте для себя, поддерживать нас или нет. Всего доброго! Пока!